20 лет назад на заре независимости Нурсултан Назарбаев объявляет президентскую программу «Балашах». Впервые в истории талантливой молодежи Казахстана была предоставлена возможность получить лучшее в мире образование. За 20 лет присуждено более 10 тысяч стипендий. Выпускники «Балашах» сегодня работают во всех сферах нашей экономики. Это высококлассные специалисты, будущее успешного Казахстана, локомотив развития, который вместе с лидером нации ведет страну к новым победам. 29 ноября. Астана. Дворец независимости. Форум стипендиатов и выпускников программы «Балашах» с участием президента Нурсултана Назарбаева. Стратегия «Казахстан-2050». Казахстанский путь.